Здорово, пацанючек, с тобой снова я, Кирилл, и я продолжаю записывать специально для тебя видео прохождения игры, даже точнее сериала, так сказать, Resident Evil 4. И это уже у нас первый сезон, третья серия. Ну что же, как ты видишь на своем экране, я наконец-то хочу сделать тебе хорошую новость. Я наладил звук. Теперь он не будет повторяться эхо, просто надо было в бандикаме поставить главное устройство. Микрофон, ну вот этот вот веб-камеры, и дополнительное устройство тоже микрофон. А я просто ставил главное устройство свои, ну, звук игры и микрофон дополнительно, поэтому двойной звук шел. Теперь он идти не должен. И тем не менее, так, значит, мы сейчас немножко убавим звук. Я думаю, последую твоему совету и тоже не буду забивать эти вот фигни. Я, конечно, оружие прокачивать буду, но. Пистолет нет, это слишком халявно. Хотя сейчас тоже, конечно, халявно в том плане, что нам уже дали одно белое и одно золотое яйцо. Это просто офигительно, да? Я сказал даже просто офигеть как. Хорошо. Так, ну прежде чем я начну проходить, я жувну вот это. Как ты понимаешь, да? Видео я прохожу глубокой ночью. Сейчас засеку время. Секундомер пошел. Он его не запустить. Так. Ну и начнем. Тут опять яйцо. Ну просто закидали нас яйцами. Это просто офигенно. Так, ну тут написано о том, что, ну, можно получить, короче, какую-то награду, там все такое. Ну, мы знаем, получишь бесплатный каратель, но это было слишком халявно, так что я лучше перестерегусь. Тут тоже стоят гранатос, но пока они нас не видят. Тут будет такой очень прикольный ролик, где я вставлю голоса. Ну, как ты знаешь, Степана ГТМ, Коасилиум. Так, потом еще вставлю... Мистер Хат Икс. Так, ну тут еще будет один сложный момент с камнем, ты понимаешь? Так, сейчас попробуем. Так, походу чувачок устал. Попробуем по стелсу. Спалил. Ну ничего. Так, берем патрончики. Ну что, мальчик? Урок номер два. А ты что думал, что он меня сейчас ударит? Нифига подобного. Леон Скон Кеннеди, он а-ля Дин Винчестер. С ним ничего не может случиться. Тем более это Степан ГТ. А Степан ГТ самый уматный матершинник, поэтому с ним никогда ничего не случится. Подыхай. Ну это пока канадос, они такие несложные, даже на профессиональные. А вот уже замочные чувачки, они уже посложнее. Так, ну главное сейчас не медлить, потому что чтобы хватило на 20 минут. Хотя могу в принципе и затянуться. Вот потом долго обрабатывать придется. Это фигово. Так, конечно, комп у меня стал помощнее, поэтому думаю, можно что-нибудь делать. Если бы еще оперативу прибавить, тогда, конечно. Хотя я наконец-то даже знаю, куда ее надо вставлять. Так, вот убили мы тут некоторых пацанчиков. Хоть если забить 15 медальончиков, то тебе дадут, короче, бесплатный каратель. Так, мы делаем такую махинацию. Так делаем. Успеваем вот так. Идем сокровища и можем открыть. Так, курочка. Мы тебя не будем мешать. Ну, как я уже говорил, в Resident Evil 4 курицы, в Resident Evil 5 петухи. Так, появился какой-то чувачок, который хочет явно получить люлей. И он их уже получил. Нарвался. Получил, распишись. Так.
коровки. Но они нас не трогают, поэтому их убивать нет никакого смысла. Да тем более, по-моему, если ты в них будешь стрелять, так до бесконечности. Только им же хуже. Так. Здесь ничего нет, кроме вонючего навоза. Леон, а ты куда попал? В деревню. Как тут без навоза? Заикин без обид. Так, проходим дальше. Так, тут мы уже все смотрели. Так, у нас остались вторые этажи по Шенди. Мне даже, если честно, это ночью даже удобнее записывать тем, что ну, никто не отвлекает. Потом не такая жаркая погода, не так сильно светит глаза. О, еще одно яйцо. Да просто, я бы сказал, но не могу материться. Я же обещал. Так, нам сейчас следует идти сюда. Блин, ухо чешется. Ну мы пока... Так, идем на второй этаж. Так, тут мы все открыли. Так. Как ты понимаешь, скоро я буду уже применять джойстик, чтобы убегать от нашего камня. Так, тут все закончилось. Так, тут спрыгнем вот так вот. Кстати, спасибо тебе, пацанёчек. Когда-то ты мне это подсказал. За это тебе респект. Ты настоящий Вася. Так, все, двигаем шкаф. Счастье тебе будет. Радость. Так. Так, ну, вроде все. Так, теперь попробуем забежать в одно местечко. Кстати, скоро тут все будет пропаяно капканами, так что лучше все делать поосторожнее. Мальчик. Потом уже появится Эшли. Кстати, я даже придумал уже, кто будет озвучивать Эшли. Хотя, конечно, голос не очень подходит, но это единственное, кого я знаю. Это знакомая Риджи там. Ну, потом расскажу, не буду спойлерить. Так. Спинель. Она просто отлично выглядит. А, в отличие от версии PlayStation 2. Ну и от версии старой ПК. Так, ну что же, теперь мы спрыгиваем, и теперь начинается самый такой момент. Возможно, он будет быстрым или будет ржачным. Либо быстрым, либо ржачным. Открываю дверь. Кстати, не помню, чтобы на версии The PlayStation 2 была так низко. Ну окей. Так, по Шенди предупреждаю тебя сразу. Если я сейчас буду, короче, проигрывать с этим камнем, ты не ржи. Если зажжешь, то ты сам понял, что на букву П. Пи, да, это дальше понял. Не буду материться. Так, и опять этот знак, который мы видели в начале игры, когда спасали собачку. Я уже видел такой знак. Так, ну что ж, я беру джойстик. Самое главное, я надеваю вот это. Чтоб ты поржал надо мной. Давай, ржи. Так и пытаюсь, ёпта, это проходить. Пять. Школьник. Кстати, что тебе заметить? Тут убрали одну вещь. И то, что я сейчас проиграл, это чисто моя вина. Ну, сейчас я это пройду, короче, я тебе скажу, что это за вещь. Так. Так. Пробуем второй раз. Так, бежим. Бежим. Да блин, ёб твою мать. Так, ну ладно. Как же надо кнопки-то поудобнее зажать? Блин, никак неудобно, пипец. Все вообще неудобно зажимать. Блин. О. Нажимаем их быстро, сука! Yes! Такое же облегчение. Я бы сказал, сейчас на букву Б, но не буду материться. Это просто пи... Ну ты понял. Ну да, таки такой баф тут убрался.
Это, скорее всего, был именно баг, потому что, по идее, он так быстро не должен катиться, камень, как версия PlayStation 2, неважно. И, скорее всего, разработчики это поняли, и уже в переизданной версии 2014 года Ultimate HD Edition, они это уже устранили. Так, а мы смотрим на секундомер. У нас уже 8 минут, и это просто отлично. То есть я никуда не опоздал. Окей. Так, очки я, пожалуй, сниму. Они мне нафиг пока не нужны. Я просто так хотел прикинуться ботаном. Ёпта. Так, тут стоит какой-то дебил. И у него в руках петарда. Ну не петарда, это хлопушка, кто его, блин, там знает. Блин. Ничего. Yes. Взорвали. Гондураса, так. Опять этот знак. Походу, этот знак обозначает смерть. Там, кстати, находится золото, но брать его пока рановато. И если ты, конечно же, вовремя не возьмешь, то оно постепенно исчезнет. У нас тут еще один пацан, так, сейчас мы его быстренько вынесем. Жалко, у нас нет винтовки. Блин. Да ёб твою мать! Слушай, даже на мышке это сложно. Не знаю, как вообще джойстик выпадал, я даже на мышке даже не могу попасть. Да блин, вот почти же было! Да что такое-то? Что-то у меня есть-то. Да у меня, в принципе, еще дофигища патронов. Ну, жалко, тут не сделали, как в GTA 4, чтобы можно было, когда целишься, еще больше прицел сделать. Ну, прицелить, я имею в виду. Такое в GTA 4 сделали. Блин. Это будет тяжело. Он же потом меня закидает. Ты что ты будешь делать? Давай. Ты попал же? Вот, ты сам видел. Короче, пофиг. Нет, надо попасть. Раз уж начал, тогда надо и закончить. Yes! Ну, наконец-то. Я думал, никогда не попаду. Так, теперь мы, собственно, растяжку разрушаем. Так. Ёпта. Блин. Ты дурак, ты дурак. Что ты делаешь, блин? Даша, ты можешь взорваться. Взорваться, это опасно, это не для детей взрывать. Да ты, сука! Ну ладно, все. Тебе повезло, что меня курочки радовали. И много яиц мне дали. Которые я тебе в жопу засуну, извини за выражение, конечно. Так оно и будет. Блин! Заколебали уже. Тварь. Что такое-то? Тут коробку вниз поставили, они бы еще под землю бы ее опустили, я бы под землю бы еще рыл. Так, я не понял. Так, а где? Стоп. Тут какие-то дебилы, да? Пацаны, то есть, да? А, ну да, мы же их убили. Кто-то ходит, кстати. Кто-то ходит. А, какой-то идиот. Получай. Если взорвешься. Ёпта. Повезло, блин, я думал, что меня взорвет вместе с ним. Ничего интересного. Ну хотя бы открыл бы, чтобы, блин, увидеть, что ничего интересного.
Так, ну ладно. Что могу сказать? Так, вот гнездо. Тут у нас находится камень, который мы должны вставить, по-моему, если я не ошибаюсь, в стакан. Вот эту кружку, не знаю, как там эта фигня называется. Сейчас мы что делаем? Тут у нас ползает паучок. И, по-моему, нам что-то за него дадут, если мы его собьем, если я не ошибаюсь, конечно. Нифига. Просто он был так сильно под прицелом. Я уже обрадовался. Так, насколько мы там записали? 15 минут. Нормально. Кстати, а кто уже будет продавцом? Поскольку я же об этом не подумал. Хотя он мало разговаривает. Да ладно, мы его вообще переводить не будем. Он все равно там мало разговаривает, продавец. Он хоть своим голосом он говорит и будет. Ему-то хоть повезло. Он позориться не будет, его никто озвучивать не будет. А вот Леону, Луису и всем остальным чудачкам не повезло. Так, ну, мы сохраняемся. Ёпта. Так. И доходим дальше. Хоть растяжка. И вторая. Пипец, да? Вот тут закидали нас растяжками. Сначала яйцами закидали. Потом растяжками. Просто геморрой какой-то. Да, офигеть, сколько у меня яиц. Два. Вот тут одно золотое. Это просто офигеть. В общем, начал я, дабы сказать, очень хорошо. Я пошел, будет самый-самый сильный ржач, который ты когда-либо слышал. Ну что же. Так, это еще не все. Сейчас будет диалог. И слушай, мальчик. И если ты, Дима, сейчас тоже смотришь, тогда угорайте на здоровье. Желаю вам удачи. Ну, а я буду смотреть, потому что пока я это играю, еще никто ничего не озвучивает. Так что все. Мы открываем и проверяем шкаф. Я умолкаю до окончания главы. Окей, все. Ах ты ублю... Мы продолжаем... Да не хочу я играть в казино ваше, отвяжитесь от меня. Достал, как же я ненавижу эту рекламу на сайтах. Блин, если бы вы знали. Всем привет! Это часть Седьмая Стампа! Так вот, мы продолжаем проходить игру. Мать твою, перестань мне писать, черт возьми, если ты еще раз мне напишешь. Итак, я продолжаю играть в свою любимую игру. Ох ты, блядь. Я приду к тебе домой, и ты больше не сможешь работать. Вот, так-то лучше. Кстати, это так интересно. Дерьмо! Это полный пиздец. Что за хуйня? Да. Просто пипец какой-то. Наших героев взяли в плен. Да, не повезло им Косилиму и Степану Гуте. Да. Но мы сохраняемся, тем не менее. Я вот не понимаю одного, нафига это ставит перед концом главы этот, машинку сохранения, когда все равно будет конец главы, можно будет сохраниться. И потом, когда еще начинаешь новую главу, опять машинка сохранения. Вот зачем это делать? Я не понимаю смысл. Что они делают, что они пытаются этим добиться. Ну пофиг, смотрим очередной ролик, где уже будет присутствовать Хаотикс, мальчик. Мистер Хаотикс, Паша Захаров. Слушаем. Игрок Топеринг Фри 96 зашел в игру. Да, сейчас Топеринг сейчас всех оттопирит. Здравствуйте, ребята, с вами Хаотикс. Наконец-то. Вот это да, вот это отличие лицензии. Нате, ебальник, мап стену. Оператива всего 1,5 гига, это крайне убого, но... Все равно, моя видеокарта 9800, блядь, думаю, потянет, нахуй. Да-д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 а! Сука, куда ты бежишь, трусливое говно? Гнида, блядь, ебаная. У меня сам вылетел сенсор! Ну а мы, наконец-то, продолжаем проходить игру GTA 4 с новыми сына Романа, но на этот раз мы будем без него. Так что сегодня нам, возможно, перевалит чего. Понимаете, да? Ну, раз уж девушки в нашей машине, гонять я не советую. Все-таки девушек пугать не стоит. Они не оценят, если вы упадете с обрыва. Девушки не любят падать с обрыва.
Итак, подожар, что? Так. Ой, блядь. Я сам хуею, какой хуйней не... И машины не любят падать с обрыва. Да и вообще никто не любит падать с обрыва. Yes! Хуй встал! В пизде! Какую же... Он ее склеил. Интересно, как они так это сделали? Но раз убирать... Ты найди меня, друг! Ай, какую хуйню я несу, это ж каким... Надо выбирать нормально и на совесть. Нет, эта акция мне определенно нравится. Я думаю, что владельцам автосалонов тоже стоит сделать, ну, провернуть что-то такое подобное. Я думаю, мы не будем их врать. То, как мы оделись, это более чем достаточно. Все, теперь осталось только позвонить Роману, и можно смело ехать домой. На этом миссия будет выполнена. Да хорошим и умным человеком обычно такое нести. Только я могу такое нести. Ну, пока на сегодня ночных покатушек и свиданок с меня все. Все делают смешные, адекватные видео, а у меня, блядь... Какое-то видео получилось дикое, как в джунглях. Достаточно. Пора из папки ложиться, а то Уиллард дерьмисто-бежевый приснится. Я надеюсь, вам понравилось, вам было не скучно смотреть, на этом миссия выполнена. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Алексей. Не забывайте подписываться. О, ебало, ебало. Всем пока. Нападение СиДжеев. Надо выдержать это нападение. Ах ты ублюдок. Мы продолжаем... Да не хочу я играть в казино ваше, отвяжитесь от меня. Достал, как же я ненавижу эту рекламу на сайтах. Да ебаная чушечка. Хуесоска! Ах ты ублюдок. Брынька, блядь, СиДжей, пидорас ебучий, чтоб тебя попку трахали. А кому не понравится видео, скажут, кричишь, орёшь, материшься. Те пидорас! А кому не понравится видео и поставит тот, поставит дизлайк, тот пидорас! Пидорас! Ну, Степан ГТ сказанул, блин. Прикольно вообще. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Итак, мальчик, ну что же. Вот у нас... Так, в общем, мы оказались здесь, с Луисом в заточении. Конечно, от тупости одного дебила мы смогли освободиться. А то бы нас Мендес, ну то есть Мошка уже бы прикончил. Какой прикольный Степан ГТ там сказал голосом таким ржачным. Так, значит... Так, значит, Леон уже у нас оказался без куртки. Потому что они с него сняли, один из этих канадцев. И это мы узнаем. У нас будет отсылочка в дополнении под названием «Развилка пути». Другие пути, то есть. Тут мы находим патрончики винтовки снайперской, это уже говорит о том, что уже скоро нам попадется винтовка. Точнее, нам придется ее купить. Вот, допустим, в Resident Evil 5 мы все оружие могли найти. Я не знаю, на профи, наверное, скорее всего, пришлось бы их покупать. А вот так мы уже могли бы их найти. Так. А тут... Ну, тут мало оружия находится очень. Тут все надо оружие покупать. Так, тут у нас ничего нет. Тут, кстати, будет очень сложный момент. Так, значит, что мы будем еще сказать? Так, ну мы пойдем к этому продавцу. Продавца я озвучивать не стал, потому что, ну, тут мало вообще говорит. Смысл на него еще каких-то людей там особых искать, там, озвучку, все такое. Вот, это вообще был последний диалог, что я вообще его озвучил. Так, значит, у нас появляется тут магазин, мы можем тут покупать, тут оружие, аптечки, все прокачивать, все такое. Значит, мы продаем сокровища. Так, это тоже продаем, это пока не продаем, это мы вставим в эту кружку. Теперь купим средний дипломат. Конечно, покупаем. 24 тысячи. Естественно, нам пригодится. Так, еще мы покупаем. Не знаю, ну винтовка да, но она хоть самая слабая, такая дебильная, но все равно она нужна. Все равно будут такие моменты, где она понадобится. Мы ее, естественно, покупаем. Хотя в ней есть один небольшой минус.
Она такая очень длинная, в отличие от новой винтовки. И, конечно, перезаряжается после каждого выстрела. Так, мы ее вставляем. Так, и ТМП купим, естественно. Как же без ТМП? Только для начала бы нам следовало, конечно. Как надо поступить-то тут? Делаем вот так сейчас мы. Так. А, нет, нельзя, ну ладно. Так, траву. Тогда делаем вот так. Так, есть у меня одна идея. Так. Блин, а ТМП места не хватает. А, нет, это не хватает. А, все, хватает, получилось. Ну окей, все нормально. Извини, что так долго разбирался. Карту сокровищ покупать не буду, я тут большинство сокровищ сам собирал. Так, оптический прицел тоже нет смысла покупать. Всего лишь, что видимость только лучше и все. Только деньги на него просирать, да и место занимает. Так, вот видишь, вроде как большой кейс в этой части, но все равно места с лука не хватает. Так, также можно прокачивать оружие. Так, начнем с пистолета. Так, мощность. Мы будем каждому по одному делению прокачивать. Получается у нас только плюс перезарядки. Да, ну все. Так, тут у нас еще есть зеленая, ой, красная трава. Сейчас мы смешаем. Блин. Сейчас вот. У нас получается уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 аптечек. Даже 6, не считая белого яйца, которое добавляет очень мало хп. В принципе, его можно сейчас использовать, ну пофиг. А, итак, мы идем сохраняться, и на этом третья серия, первый сезон заканчивается. Как ты видишь по Шенди, когда мы забегаем сюда, немножко проседает до 5-6 FPS, а когда мы уже берем обратно, все нормально. Так что тут надо быть поосторожнее. Ну просто локация большая, из-за этого прогрузка идет. Кстати, пропустили один бочонок. Как мы могли это вообще пропустить? Зеленая трава. Нам понадобилось. Ну окей. Сохраняемся. Итак, мальчик. Сейчас я для тебя записал уже первый сезон, третью серию сериала Resident Evil 4. Здесь тебе понравилось. Здесь тебе понравился перевод, озвучка ржачная. Так, так же, как я просирал бег от камня. Но это я уже по своей вине просирал. На самом деле там так особо сложного нет ничего. В следующей части мы отправимся в следующей серии уже дальше на поиски Эшли. И найдем много всего нового. А также услышим, я думаю, мы до этого уже дотянем. Услышим озвучку самого Мумошки. mumoplay.org. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставьте комментарии под видео. Ладно, шучу. Сейчас полный бред нес, ну пофиг. Короче, я уже задолбался, хочу спать. Иду спать. Все, мальчик, давай, пока. Увидимся в следующей части.